Международный день логопеда отмечается ежегодно 14 ноября. Этих специалистов объединяет одна цель – борьба с нарушением речи. Одним из инструментов логопеда является скороговорка. Кукушка кукушонку купила капюшон. Как в капюшоне кукушонок смешон. А знают ли воткинцы скороговорки? Здравствуйте, скажите скороговорку. Какую-нибудь, которая на ум приходит. Корабли лавировали, лавировали. Лавировали, лавировали. Да, не вылавировали. Да не вылавировали. Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. Ехал Грека через реку, нет Грека в реке рак. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Не знаю, не скажу. Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. Так, подождите, стойте. Ехал Грека через реку, видит Грека в реке рак, сунул Грека руку в реку, рак за руку, Грека цап. Ой, никакое я не помню. Топот и копыт, пыль по полю летит. А еще какие-нибудь? Ехал Грека через реку, видит Грека в реке рак, сунул Грека руку в реку, рак за руку, Грека цап. Чистая и правильная речь – это один из действенных способов создать о себе хорошее впечатление. Поэтому не стоит игнорировать простую возможность улучшить свое произношение.